Добрый день. Сегодня 12 июня 2024 года. У нас есть письмо для прочтения от 10 числа. Здравствуйте, дорогая наша Галина Никишна и подписчики. Здравствуйте. Хотела бы поделиться информацией, предостережением, которое, может быть, будет полезно девочкам, кто в поиске. На днях на одном из сайтов, а точнее на сайте F-Dating, мне повстречался странный тип. Я думаю, что это был скамер, якобы из США, Колорадо, Денвер. 59 лет, образован, в разводе, имеет 3 взрослых детей, владелец бизнеса. Ищет серьезные отношения, ну прям желаемый список. Так вот, пообщались 1-2 на сайте, он предложил перейти в Viber. Я согласилась. Там мы тоже начали переписываться. Он спросил, кем я работаю. В ответ я спросила, чем занимается его компания. Он владелец бизнеса, с его слов. Он сказал, что его компания работает с юридическими фирмами, занимается сборкой и автоматизацией документов. И еще он отметил, что теперь они переходят к работе с искусственным интеллектом и что это сейчас много где внедряется. Затем я попросила показать мне фото. Он показал мне свое фото и фото детей. На видео мы перейти не успели, так как только начали общаться. Ребята, вот видеозвонок можно не откладывать надалеко. Раз уже фотографии и детей тоже прислал, то значит это не первое сообщение. Можно уже после первого-второго сообщения выходить на видеозвонки. Тем более, что он сам попросился на Viber. Постепенно я начала замечать, что он пишет по-разному. Порой это короткие ответы или вопросы, но видно, что это написано живым человеком. А порой его ответы на мои вопросы были развернутыми, длинными, состояли из нескольких одинаковых по строению абзацев, неестественными какими-то и с использованием моих фраз, которые я только что писала в вопросах к нему. Значит, он и на вас тоже проверяет, как искусственный интеллект работает. Я спросила напрямую, это пишет мне искусственный интеллект? Мужчина сразу замолчал, перестал отвечать. В общем, я сделала вывод, что это скамер. Хотя денег он у меня не просил, но думаю, до этого просто не дошло. Быстро я почуяла неладное. Он просто, видимо, аккуратный скамер. Предлагаю фото, если посчитаете нужным. Можете показать. Человек, чье фото использует скамер, не имеет никакого отношения к этому. Поэтому я даже не знаю, можно ли его показывать. Это уж как вы посчитаете нужным. В общем, девочки, примите к сведению. Может, кто-то с ним общается. Он часто на сайте, видимо, работает активно. Будьте осторожны, зовут его Вильям. Да, спасибо большое, то есть смотрите, как здорово теперь мужикам. Поставил бота, он отвечает очень развернуто, еще и с использованием ваших фраз. Ну, вот так тоже бывает, но то, что он скамер, это еще под вопросом. Может быть, у него времени нет, но есть бот, который может на все это ответить. Ему бы, конечно, просматривать, что бот написал, да что-то удалять, но, видимо, на самом деле либо времени нет, либо он с несколькими дамами переписывается и думает, что бот-то точно ответит лучше его, и подключает для того, чтобы выцепить человека. Так тоже может быть. Я не буду ставить фото, даже когда это действительно камера. Я тоже фото не ставлю, потому что это не подтвержденные данные, это просто ваши догадки. Ну, конечно, вы просите мужчин, что если уже у вас вопрос про его даже штат, то бот ответит вам грамотно, но эту информацию вы можете найти в других источниках. А вам хочется, чтобы этот человек про свой штат рассказал именно то, что ему нравится, про те места, которые он посещает чаще других, и почему он это делает. То есть вы говорите им, что я хочу общаться с живым человеком, потому что жить я тоже буду с живым человеком. Я выбираю себе человека для жизни, а не бота. Но так искусственный интеллект входит в нашу жизнь. Да, девочки молодые, сейчас чего только мне не советуют, но я так и не влезаю пока, хотя, может быть, тоже каких-то ботов когда-то позову себе на помощь. Скоро все мы этим будем пользоваться, но не хотелось бы, чтобы в личных отношениях за нас говорили боты. Это на самом деле немножечко, наверное, нечистоплотно. Я думаю, что поскольку этот ролик у нас получился коротеньким, то я в него добавлю ответ от нашей подписчицы, от Ирины, на вопрос, который у нас прозвучал не то в стриме, не то в одном из роликов. Мужчина, который ей понравился, он пока разведен. Я знаю, как этот процесс происходит.
проходит в Америке и как долго он может продолжаться, но совершенно не имела никакого понятия о том, как это в Британии. И вот она нам очень хорошо на этот вопрос отвечает. Позвольте мне вам его зачесть. В Англии разводы – это очень долгий процесс. Даже когда делить между супругами особенно нечего и нет маленьких детей, сама процедура занимает от 6 месяцев и до года. И у нас здесь только же. Причем это в лучшем случае, кроме тех небольших случаев, когда они решили сразу, что мы все сами порешали, и мы разрешаем дать объявление в газете, что мы с тобой разводимся. После того, как газета вышла, они разведены, даже при том, что газеты теперь практически не читаются вживую. Может быть, они онлайн просматривают эти столбцы, кто умер, кто женился, кто родился. Потому что они же привыкли это просматривать в живых газетах, может быть, и онлайн тоже эти странички их интересуют. А если второй половине после развода приспичит еще немного денег поиметь с бывшего бывшей, то будет еще один суд, который состоится через полгода, а то и через месяцев 8, с учетом того, что финансовые требования к британцам, которые решили жениться на иностранках, выросли в этом году очень существенно, то нужно прояснять и финансовые вопросы до того, как решите, что вы хотите быть вместе и жить в Великобритании. Вот видите как? Смотрите, она подчеркивает, что раньше этого не было. Теперь нужно это учитывать. То есть понравился мужчина, даже если он уже разведен. Вы спрашиваете его, в курсе ли он тех изменений в финансовых требованиях претенденту жениться на иностранке. Может быть, он и сам не знает. Знает, что его друг-лузер привез себе красавицу жену, и он тоже такую хочет, а работать не хочет. Поэтому вы хотя бы их подстегнете, законы знать или начинать все-таки работать. Сами британцы могут быть очень наивными в некоторых вопросах, с которыми им не приходится сталкиваться в силу обладания британского паспорта, когда весь мир для них открыт без всяких виз. Для них, как правило, будет большим сюрпризом, что гражданам некоторых стран нужно получать шенгенскую визу для поездки в Европу, что приехать в Британию просто так не получается, а процесс получения британской туристической визы, особенно сбор финансовых доказательств, сравним разве что с квестом дойти до Ородруина и бросить туда кольцо. Да-да-да, это не самый простой вопрос. Они зачастую вообще не разбираются в своих же законах, потому что система и так прекрасно для их нужд работает, без всяких там размышлений. В общем, мой совет – ищите адекватно воспринимающего новую информацию британца, который не будет отмахиваться от ваших сомнений и вопросов, и который будет готов искать ответы на вопросы в случае малейших проблем – и или будет готов платить иммиграционным юристам за помощь. Кстати, этих юристов тоже нужно выбрать с умом. Не доверяйте сомнительным помогаторам. Да, замечательно. Спасибо большое за столь развернутый ответ. И я думаю, что, может быть, вы сможете и советы дать тоже, кому обращаться, если мужчина готов не сам разбираться во всех этих документах, а перепоручить это специалистам. Кстати, у меня Женечка даже аппликацию на сайте заполнял не сам. Те документы, которые мне посылались, тоже заполнял не сам, потому что он говорит, я где-то запятую не туда поставлю, все это будут заворачивать и заворачивать, а я хочу, чтобы ушло все с первого раза. И он заплатил, по-моему, $500 специалисту, который за него все это сделал, но он продолжал всем говорить, что это самые лучшие потребности, потраченные $500 в его жизни. То есть такие мужчины тоже есть, и про это надо знать. Но надо знать, чтобы они шли действительно к тем, кто работает, а не кто заявляет, что он может помочь. У нас сейчас очень много психологов, очень много коучей, очень много вот различных помогателей, а специалистов среди них единицы. Поэтому будьте внимательны, обращайте на все внимание. И, конечно, я согласна с автором, ищите адекватных мужчин, которые даже если ничего не знали про то, как привести иностранку в свою страну, возьмутся, все узнают и все вопросы порешают. Счастья вам, девочки! У меня есть вопрос к стриму.
нему про свидание анонимно. Я попробую его сейчас здесь прочесть, потому что оно достаточно развернутое. Я не уверена, будет у нас время читать вот так долго прямо на стриме или нет. Прекрасного дня! Да, здравствуйте, всем прекрасного дня! Страна Норвегия, мужчина в районе 40 лет. Я не люблю долгих переписок, либо встречи, либо можно поговорить по телефону. Научена опытом, что 15 минут разговора могут сэкономить несколько вечеров общения на сайте. Да-да-да, я тоже за то, чтобы максимально быстро выходить на разговор лицо к лицу, даже если потом вы будете по телефону или по WhatsApp или по Viber разговаривать, вы будете знать, что те фотографии, которые мужчина поставил на сайт и какой он есть на самом деле, это одно и то же лицо. Мы с этим уже сталкивались, я настоятельно рекомендую разговаривать и разговаривать. Часто беру инициативу в свои руки, если мне собеседник интересен, предлагаю встречу, да-да-да. Вот пример. После непродолжительной переписки я спрашиваю мужчину из серии, могу ли я прямо сказать, что я думаю. Конечно, конечно, у меня сразу выскакивает. А почему на это надо разрешение спрашивать? Могу ли я прямо сказать, что я думаю? Позвольте мне сказать, что я думаю. Ну ладно. После утвердительного ответа я предлагаю встречу. Он: хорошо, я свободен в четверг. Я: отлично, я свободна после трех. Значит, в четверг. Переписка была выходным. Мужчина не объявился за день до встречи. В день встречи, в воскресенье, удалил матч. У меня много дел. И знать заранее, иду ли я на свидание или нет, это важно. Да-да-да. Считаю, что когда я проявила инициативу и уже сама позвала его на встречу, то писать накануне, сори, а ты точно придешь, уже слишком. Вопрос. Если я приглашаю на встречу, то мне надо это и довести до ума с точки зрения места и времени. Я бы не считала, что ну чего ж я ему буду напоминать. Я раз человек занятый, и это день, когда я могу пойти на свидание с этим мужчиной, или с другим, или вообще у меня по списку вот это дело, чего ж я потащусь. То есть в наших условиях есть телефончик, где нормально спросить, у нас все в силе, оставляю я выделенное время на нашу встречу для нас, или у тебя что-то поменялось, и мне, я могу это использовать время по-другому. Это нормально, это никакое не давление. И не с тем, что а ты там придешь или не придешь. Это моя жизнь, это мое время, и я ею распоряжаюсь так, как хочу. Мне надо за день до встречи с ним еще раз списаться и напомнить о свидании. Я бы это делала, потому что это и мое время тоже. Вариант ждать четверга, вдруг он объявится, меня не устраивает вообще. Потому что я планирую свой день заранее и предпочитаю знать, куда я иду вечером? У меня работа, обучение и активные тренировки. Какая вы молодец. Вариант уточнять дальше, где и когда, мне кажется лишним. Я и так его позвала на свидание. У меня просто пропадает интерес таким. Ребят, дальше вы нет. Вы знаете, что вы идете в четверг и в 3 часа, а он выбирает место. То есть вы просто уточняетесь, не изменились ли у него планы, потому что он тоже живой человек. И у него тоже может что-то произойти, но нормально бы ему накануне вам написать и сказать про это. Но мы все разные. Вдруг это не в его правилах, кто его знает. Поэтому нормально спросить, а место он выберет, и вы уже потом спросите, куда же я еду-то? Лап моя, я до сих пор не знаю, куда ты меня приглашаешь. Даже тогда, когда инициатором были вы. Где я не права? Похоже, примеров огромное количество. Это просто буквально был на днях и самый типичный. С уважением и имя. Девочки, чувствуйте себя свободными задавать любые вопросы, приглашать мужчину на свидание, отменять эти свидания, переносить и спрашивать мужчин, все ли у них нормально, а остается ли все в силах. Тут нет никаких проблем, вообще никаких. И вы во всем правы. Вы ведете себя так, как вы чувствуете. Я тоже считаю, что если вы выбираете мужчину из той страны, из того места, где вы сами проживаете, то на свидание надо идти максимально быстро. Чего переписываться-то? Сядем, поговорим, посмотрим друг на друга, выясним отношения. Нормально все. Все нормально. Я желаю вам счастья. А с вами была Галина Смис. Всего доброго. Пока-пока.